Всем привет, ребят, с вами Вула, на ваших экранах небо без мужиков. И в этом видео покажу небольшой лайфхак. Я не сказать бы, что прям советую им очень сильно пользоваться, но я лично для себя не увидел никакой другой альтернативы. По одной простой причине. Так как для производства топлива для фрегатов требуется очень много дигидрогена, а путем очистки дигидрогена в дигидрогенный гель, а потом обратно, ну и тем самым зарабатывая немного... чуть больше, там, по-моему, на 10 единиц дигидрогена больше... Это геморройно, поэтому для того, чтобы очень быстро, так сказать, дюпать дигидроген, я обнаружил весьма интересный способ. И очень странно, что ну, до этого на стримах мне об этом почему-то никто не сказал. Ну что ж, тогда я вам поведаю. Для этого берем средний очиститель, ставим его у себя на базе. А рядом с ним ставим еще два очистителя, но так, чтобы они вот прям на гранях пересекались и были друг в друге. Один справа и один слева. Теперь загружаем наш средний очиститель, который стоит посередине. Этот самый дигидрогенный гель, разумеется, перерабатываем все это в дигидроген. Ну, можете еще, допустим, несколько сделать. Допустим, 1000, образно говоря. Перерабатывайте это все дигидроген, но не забирайте. Все это здесь оставляете. Дальше заходите в правый очиститель. Как видите, здесь он тоже каким-то образом появился. Дальше заходите в левый очиститель. И здесь он, как видите, не появился. Хотя должен был появиться, значит, наверное, надо было немножко поближе поставить его. Но, возможно, и так сработает. И забирая отсюда... дигидроген и заходя в него опять, вы будете видеть, как он здесь постоянно дюпается, появляется. А появляется он из соседнего, так что в принципе, может быть, хватит и двух средних очистителей. И вот таким вот самым образом, ну, соответственно, чем больше вы сюда вот в правом слоте у вас будет, тем больше дигидрогена вы будете забирать. Для меня лично это, ну, прям офигенский способ, потому что дигидроген добывать очень долго, а для топлива грузового корабля его требуется, ну, просто пиздец, как до хрена. Поэтому, ну, приходится, ребят, использовать, извините, да, дюб, так сказать, глюк, но, блин, это, я не знаю, работает ли это с другими ресурсами, но, по крайней мере, с дигидрогеном это работает. Вот такие вот дела, ребят, поэтому... Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Возможно, вам тоже это пригодится. Но я не советую злорадствовать этим способом. Все-таки старайтесь получать от игры удовольствие. Но, твою мать, дигидроген зарабатывать очень долго. Поэтому всем удачи, всем пока. И играйте только в хорошие игры.